Это экологическая акция «Добрая воля» молодежного центра «Портал». Вооружившись перчатками и мешками для мусора, молодые люди вышли на городские котлованы. В наведении санитарного порядка приняли участие больше 20 человек. Мы внепланово решили проводить эту акцию. Вот не только в месячники санитарные, но и внепланово по инициативе молодежи, так как сейчас лето, все-таки хочется отдыхать на природе и видеть чистую окружающую среду, а не мусор перед собой. Поэтому молодежь охотно согласились сегодня поучаствовать в данной акции. Мы совместно с администрацией Лабинского городского поселения, с отделом ЖКХ, попросили, чтобы нам предоставили машину, которая вывезет эти пакеты с мусором на свалку. Эти юноши и девушки работают вожатыми на молодежных дворовых площадках. Своим примером показывают отношение к природе. Ведь к этим водоемам круглый год стремятся отдыхающие, а зимой тут живут лебеди. Мы хотели бы очистить наш город от мусора именно вот в этом месте, на котлованах, чтобы люди поняли, увидев нас по телевизору, что не стоит сорить в нашем городе, ведь он должен быть чистым. Я думаю, что правильно, надо убирать природу, очищать, чтобы не было всяких загрязнений. Там, чтобы речки были чистые, трава, ну, все хорошо росло, чтобы в воде не было мусора. Но я думаю, это правильно, что мы сегодня вышли посреди лета убирать нашу природу, наши котлованы. На противоположном берегу за волонтерами наблюдает местная жительница Ирина Ивановна. Она частенько ловит здесь рыбу. Забота о санитарном состоянии водоемов женщину радует. Очень хорошо, хорошее, приятное, нужное, полезное дело делает. Здесь только мусора, после рыбаку и, извините, алкаши сюда приходят, бросают все. Они умнички, а кто бы еще побирал, их не они. Молодцы. Благодарность активистам выражают и сотрудники городской администрации. Такая гражданская позиция лабинской молодежи только приветствуется. За пару часов волонтеры собрали больше 10 мешков мусора. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашей молодежи, которая активно принимает участие в наведении санитарного порядка вне каких-то мероприятий. То есть это не месячник, не субботник. То есть они по собственной инициативе выходят и помогают в уборке территории нашего города. Хотя территория котлованов, прибрежная зона, береги реки Лаба является излюбленным местом отдыха наших горожан. И не каждый человек убирает за собой после такого проведения отдыха. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».